Братья и сестры, я вас приветствую. Кому известно слово «болельщик» или слово «фанат»? Я думаю, наверное, кто-то где-то встречал такое слово. Всем мальчишкам, которые с детства любят погонять мяч, любят игру в футбол, наверное, знакомо это. Все хотят, мальчишки пока маленькие, поиграть в эту игру или в другую спортивную игру. Но у некоторых этот интерес перерастает в нечто большее. Словарь, я посмотрел, что же говорит словарь о слове «фанат». Фанат – это человек, испытывающий особо повышенное влечение к определенному объекту. Словарь Ожогова говорит вообще так – одержимый поклонник кого-либо или чего-либо. Один любитель футбола, голландский болельщик Винфрид Витьес, не пропускает игры сборной Нидерландов по футболу с 1974 года. 44 года не пропускает ни одной игры футбольной команды. И 20 лет он ездит со своей любимой командой на все игры. Представьте, сколько он тратит на это денег, перемещаться по миру, на все чемпионаты, на все кубки, на каждый матч, сколько он потратил времени, денег, сколько он приобрел всякой экипировки, сколько он посвятил этой команде. И это только один человек. Но таких людей сегодня миллионы. Сегодня миллионы поклонников кого-либо или чего-либо. Кто-то поклонник автомобилей, кто-то поклонник музыки, кто-то живописи, кто-то ставит своим кумиром какую-то личность, какого-то человека и тратит на это всю свою жизнь. Мы прочитаем из книги, из Евангелия от Иоанна, 4 глава, с 23 стиха. Иоанна 4, 23. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Моя проповедь сегодня называется «Объект поклонения». Мы прочитали отрывок, взятый из 4 главы Евангелия от Иоанна. Прочитайте когда-то полностью эту главу, может быть, сегодня, может быть, вы уже знаете, о чем идет история. И Иисус, проходя через Самарию, остановился у колодца. И вот приходит туда женщина-самарянка почерпнуть воды. Когда вы просмотрите книгу «Бытие», будете читать, обратите внимание на то, как Иаков рыл колодцы. Там особое время выделено описать эту историю. Это целый процесс, когда они искали воду, потом другие люди зарыли эти колодцы, они вырыли другой колодец. И вот один из колодцев Иакова сохранился до времен Иисуса Христа. И вот возле этого колодца происходит встреча этой женщины и Иисуса Христа, и Иисус заводит тему с ней, начиная с воды. Он умел, он находил подход к людям, он знал, как завязать беседу. Она пришла почерпнуть воды, и Иисус ей о живой воде говорит. У них происходит эта беседа. Вы ее можете посмотреть, прочитав, о чем они все говорили. Я хочу подойти к концовке этой беседы. У них там был очень серьезный разговор о ее жизни, о ее грехе. И вот она переходит в конце беседы и переводит тему и спрашивает у Иисуса. Говорит: «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что нужно поклоняться в Иерусалиме». Она переводит разговор о поклонении. А как же правильно поклоняться? Почему? Или на горе, или в Иерусалиме? Иисус ей говорит: и не на горе, и не в Иерусалиме. Евреям Бог дал заповедь израильскому народу, когда они вышли из Египта, это Исход, 20 глава, 4 стих. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель». Бог единственный, который был достоин поклонения, избрал себе избранный народ, чтобы воплотиться через него потом в человека. Это был его план, Бог дал закон, Бог сказал, что никому нельзя поклоняться, кроме Бога.
Далее Бог избрал место поклонения для израильского народа. Это была Скиния, где стоял ковчег Завета. Во времена Судей это было место поклонения, вот где находился ковчег Завета. В дальнейшем это был храм. Люди знали, что это было место поклонения. И вы знаете, что по истории израильского народа, когда они хотели где-то в другом месте что-то воздвигнуть, это было проблемой, потому что Бог сказал только в Иерусалиме поклоняться, место поклонения. А почему же эта женщина-самарянка говорит о какой-то горе? Где же нужно поклоняться? Какая гора, о какой горе речь идет? После разделения, когда разделилось Израильское царство на два, Иудея и Израиль, Израильское царство просуществовало еще какой-то период времени, но так как они отступили от Бога, Бог предал их ассирийцам. Ассирийский царь Синахирим завоевал израильское государство и людей, живших там, переселил в Ассирию. Но чтобы территория не была пустой, он привел туда язычников из других разных городов. Прочитайте об этом 4 царство, 17 глава описывает эти события. И он переселил туда других людей, язычников. Эти язычники пришли вместе со своими идолами, поклонялись им, написано там, они детей через огонь проводили. И Бог посылал львов на этих людей. Они начали писать царю, просьбы, говорит, что-то происходит здесь. Львы нападают на людей. И тогда царь говорит, из переселенцев, которых забрали в плен, отправьте туда священника, пусть он их научит поклоняться живому Богу, Богу той земли. И туда был отправлен священник. Священник учил людей поклоняться живому Богу, живших в той области. Раньше в Израильском царстве столицей был город Самария. Поэтому все, кто там живут, называются самаряне. И вот проходит период времени. Эти самаряне, написано, что они и Бога чтили, и идолам служили. Они были свидетелем того, как Иуда, колено Иудина, отступили от Бога. И царь Навуходоносор завоевал Иудею и увел в плен иудеев, разрушил Иерусалим, разрушил храм. И вот пленение в Вавилоне они находятся. После того, как прошли 70 лет, возвращаются Неемия, Ездра, это книга Неемии, книга Ездры описывает события, возвращаются для того, чтобы восстанавливать Иерусалим. Пленные, часть пленных возвращается, и вот они хотят строить. Начинают со стен, и вы вспомните эту историю, им всегда мешают. Им кто-то мешает это делать. Это были самаряне. Это были те люди, которые жили на территории Самарии. Они им постоянно мешают. И вот, когда они восстанавливают храм, они говорят, мы хотим с вами строить этот храм. Но Неемия их не допустил. Он сказал, вы не имеете доли с Израилем, части здесь, он их не допускает. Они пытаются коварно все время мешать, но у Бога свой план, храм восстанавливается. Но самаряне, когда были недопущены, чтобы поклоняться в Иерусалимском храме, они построили храм на горе Горизим. Книга «Иудейские древности» Иосиф Флавий описывает эти события. Был построен храм на горе Горизим. Почему на горе Горизим? Потому что на этой горе когда-то Бог сказал, когда израильский народ выходил с пустыни, он говорит, когда перейдете, произнесите благословение с горы Горизим. И Иисус Навин, 8.33, записано, произносил благословение с этой горы. Поэтому они избрали эту гору и построили себе там храм. Самаряне поклонялись на горе в храме, который они построили. Он был разрушен за 120 лет, за 128 лет до Иисуса Христа. Эта женщина-самарянка, она знала о том, что нужно поклоняться на горе, но и о том, что иудеи говорят, что только в Иерусалиме. И она была права. И Иисус подтвердил, говорит, спасение от иудеев. Это был Божий план, избрать избранный народ, избрать место поклонения так, как хотел Бог, и чтобы из Израиля пришел Мессия. Обратите внимание на слова, которые говорит Иисус Христос. Поменялось время. Теперь Он хочет ее фокус сместить с горы,
сместить с Иерусалима и сделать фокус на ком? На Отце Небесном. Он говорит, но поклонение Отцу. Бог ищет истинных поклонников, которые не ритуалами, не религиозностью, не внешними показателями, как фарисеи будут поклоняться Ему, но в духе и истине. Внутреннее состояние человека будет трепетать перед Богом. Он будет наполнен любовью к Богу. Показателем будет не религиозность, а то, что человек будет поступать поистине. А истина – это Слово Божье. Дьявол хочет всегда убрать фокус поклонения человека к Богу и сместить его. Это его задача. Вспомните, когда Иисус Христос был в пустыне, искушаем от дьявола, и дьявол подходит к Иисусу и говорит ему, показывает ему, написано так, Евангелие от Луки, это 4 глава, описывает события, и там такие слова есть. «И показал дьявол Иисусу Христу все царства мира во мгновении времени». Я задумался и думаю, да дьявола, у него нет таких способностей. Эта божественная способность была Иисуса Христа. Дьявол только слова сказал ему. А Иисус во мгновение времени увидел все царства наперед, до нашего времени. Он увидел всю землю, всех людей. И дьявол ему говорит, я тебе это все предлагаю. Взамен на одно поклонение. Это его задача. Сместить акцент. Но Иисус Христос словами Писания говорит ему, только Господу Богу поклоняйся. До сего момента задача дьявола сместить центр поклонения, сместить наш образ поклонения от Отца, от Христа в сторону. Сегодня он готов преподнести нам что-то интересное. Все мы поддаемся на его обольщение, когда через какие-то мысли, через какие-то желания мы себе что-то воображаем. Воображаем что-то хорошее. О, вот это хочется, к этому буду стремиться. И потом незаметно смотришь, как оно тебя засосало, сколько на это потратил денег, сколько времени. Но удовлетворения не будет. Библия говорит, удовлетворения от этого не будет. Зачем мы сегодня собрались сюда, братья и сестры? По влечению ли сердца мы сегодня сюда пришли? Ведь это основное, для чего мы приходим, это поклонение нашему Богу. Исходит ли оно от нашего сердца? Может быть, кого-то сегодня просто родители привели еще не осознает этого. Но кто любит Господа, пришел сегодня для того, чтобы истинно поклониться Отцу. Псалом 113, псалмопевец пишет с 9 стиха. «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей. Для чего язычникам говорить, где же Бог их? Бог наш на небесах творит все, что хочет. А их идолы – серебро и золото – дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, есть у них ноздри, но не обоняют, есть у них руки, но не осязают, есть у них ноги, но не ходят, они не издают голоса гортанью своею. Подобны им да будут делающие их и все надеющиеся на них». Кто объект поклонения? Люди могут спрашивать сегодня у нас, кому вы поклоняетесь, да на что вы тратите свое время, кому вы собрались, да Бога нет, то, что псалмопевец говорит. А у них есть кому поклоняться. Серебро, золото, истуканы, сегодня это объекты поклонения другие. А псалмопевец говорит, да они у вас имеют уста, но не говорят. Он показывает вообще ничтожество всего того, всех этих идолов мира по сравнению с Богом, как мы прочитали, Бог наш на небесах творит все, что хочет. Наш Бог, видимый во всем, Он творец, Он творит. Все у Его под контролем. Люди, которые сегодня скажут, кому вы поклоняетесь, они не знают. У них закрыты глаза увидеть все то, что сотворил Бог, и то, что Бог управляет всем. Дальше псалмопевец говорит, 17 стих, «Дом Израилев, уповай на Господа, Он наша помощь и щит. Дом Ааронов, уповай на Господа, Он наша помощь и щит. Боящиеся Господа, уповайте на Господа, Он наша помощь и щит». Он перечисляет, говорит, израильтяне, священники и все люди, боящиеся на Господа, уповайте, Бог наша помощь и щит, уповайте на Господа. 24 стих этого же псалма. «Небо – небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим.
Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу, но мы будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуйя. Псалмопевец говорит, мертвые не могут прославлять Бога. Ни мертвые духовно, ни тем более мертвые физически. Но пока Бог дал нам дыхание жизни, живые люди, люди, которые познали Господа, которые спасенные, они могут поклоняться Богу. Они знают, кому они поклоняются, они наполнены благодарностью за спасение. И сегодня они здесь, чтобы принести эту хвалу Господу. Истинные поклонники, о которых Иисус Христос говорил, которых Бог себя ищет, Он нашел. Есть те, которые любят Господа и хотят Ему поклоняться. Все ли мы в этом числе? Не смещен ли у нас сегодня акцент поклонения? Может быть, немного мы куда-то сместили свой фокус. Сатана что-то предложил более интересное. Мы потеряли интерес к Господу, интерес к церкви, интерес к Его Слову, к делу Божьему. Мы где-то в какую-то суету отдалились. Пусть Бог благословит нас. Задуматься над тем, что Господь и сегодня ищет себе истинных поклонников, которые будут поклоняться в духе и истине. И Он достоин поклонения от нас, и в это утро. Аминь. Помолимся.